Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купринов Плей, это короткая видюшечка, которая нужна для того, чтобы рассказать тем, кто еще не знает про Витфест, который будет 6-7 июня в Москве, но... Главное-то чё? Главное, что я там должен появиться, если кому-то хочется вдруг прям сидеть, подойти и сказать... Это да, короче, вот это дела, то приходите и говорите. А еще там, короче, есть голосовалочка, ну это чисто... Только я типа такой вообще, короче, не зову себя голосовать, ну как бы такой вообще, прям полигонечку. Короче, я там номинирован на премию «Лайк за игры». Среди каналов миллионников меня засунули, и уже просто я там сижу такой один, даже миллиончика нету у меня, а меня туда поставили. Короче говоря, там есть не только лайки за игры, там есть лайки за прочие другие номинации. Если вам интересно, то ссылка будет в описании, пройдите и проголосуйте за своего любимого, так сказать, блогера, за того, кто больше вам всех нравится. Ну, естественно, можете проголосовать за меня, ну, в конце-то концов, ну, разочек-то можно. Вот и все, собственно. Проходите, голосуйте, приезжайте, и мы там с вами увидимся. Да, и все. Всем пока.